Всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlinus, и сегодня мы поиграем в новую игрушку, инди-хоррор, такой пиксельный, можно сказать, и он только недавно вот вышел, называется The Deepest Sleep, это в переводе как «Очень глубокий сон», но смотрите, друзья, это уже вроде бы как вторая часть, а не первая, в первую я немножко играл, но, честно говоря, там нет разницы, что первая, что вторая, они вроде бы разные по сюжету. Ну, давайте начнем новую игру, я просто проверял, смотрел, что же там. И начнем. Играю, конечно же, на сайте. Тут она как бы флеш-игра получается. Ну что, посмотрим. Чтобы лучше играть, типа оденьте наушники и выключите свет. Ну, в принципе, если я выключу свет, то по вебке еще не будет видно, и вы меня не увидите. Я проснулся в середине ночи. Я не мог ни двигаться, ни сказать ничего, ни единого слова. И кто-то был в моей комнате. Кто же это был? Вот такая вот игра выглядит от первого лица, как бы, да? Мы, видимо, лежим на кровати. Моя кровать, я не могу двинуться. Так, окно. Очень холодная ночь за окном. Опять же, на английском сделано. Что это за тень? Вот вроде бы вот эта тень и есть. Кто-то там стоит. И все? О мой бог, я не могу подвинуться. Ну, двигаться не могу, да? Он как будто бы смотрит на меня. Смотрите, мы нажимаем, и разное все он отвечает. Блять, пиздец. Дебилизм. Вот это падла напугала меня, да. Так, ладно. Что это, фонарик? Мы взяли фонарик. Ёб твою ж дивизию. Видите, такой вот интересный геймплейчик. Что это? Бутылка с мочой? Что? Дверь открылась сама, офигеть. Так, а это что у нас? Шкаф. Кажется, пустой. Угу. Ладно, давайте просмотрим же, что будет за игрушка. Вроде как интересная такая. Я уже смотрю, мне нравится. Довольно так пиксельно сделано. Знаете, похоже на 7 дней, если я не ошибаюсь. Помните, у нас пиксельная такая 7 days была. Так, какие-то три двери. И непонятно, где я нахожусь. В какой-то подвале или что-то в этом роде. Шкаф, шкафчики какие-то. Или что это, подсобка. Что-то типа такого. Метла. Так, мусор какой-то. Мусор. Банки и пахнут как краска. О, молоточек взяли. Молоточком кому-то будем бошки пробивать, что ли, или что? Ладно. Отвертку взяли. Мы что тут будем, что-то ремонтировать, что ли? Ой, целая такая книга большая. На дне что-то фидерс. Фидерс, не знаю, как перевести. Жили на дне. Каких-то снах. Угу. Люди боялись их. Короче, друзья, переведите сами, потому что я знаю, что у нас на канале много людей, которые переводчики такие, да? Что это такое? Бумажка? Или что мы взяли? Что это? Я беру бумажку, и на ней ничего не написано, да? Нормально, ладно, хорошо. Понятно. Так, может быть... О, сюда можно пройти. Так, какой-то шнур непонятный. Что это? Такое чувство... Камень застрял у статуи во рту. Оно может отверткой выколопать его? О, смотрите, что мы взяли. Щини-гем какой-то. Гем прям как в доте, да? Что, под невидимости, что ли? А это, да? Как она называется? Которая бегает быстро, забыл, в доте. Красная веревка, идущая из стены. Я не вижу отверстия для ключа. Тут нету ничего. Ясно. Дайте выбираться отсюда. Ну, если сюда пойти. А тут вот как раз красная веревка, которая ведет, видимо, в ту сторону, как бы, ну, то есть, наверное, да? Но тут нет ручки, он говорит. Угу. Или он, или она, я не знаю, кем мы играем. Hello, Bird. Я полагаю, что эта записка дойдет до тебя. Это выглядит как-то глупо. Как-то darkness. Find. Найди лестницу, вернись обратно. Что-то типа такого. Я, честно говоря, не буду переводить, потому что это долго переводить. Я, в принципе, без понятия. Так, ну что? Что тут у нас? Какая-то статуя. Такая же статуя была там, да? Перед этим. А ну-ка, что если сунуть сюда глаз? Один глаз у меня есть, но второй. Что мне? Где мне второй найти? Так, таким образом я обратно иду, да? Может быть, я что-то пропустил.
Это игра, знаете, как квестовая, что-то типа такого. Ну тут краска, краска. Слушайте, может быть, как-то веревку эту отверткой, не? Или может быть как-то приподнять, или может быть ручку вставить вместо ну то есть отвертку вместо ручки вставить, что-то типа такого. Давайте попробуем. Может быть, как рычаг мы не сможем его использовать, да? А что если соединить? Охренеть. Охренеть. Вот таким вот образом надо было. Ну да, вот это вот запутывает, конечно, человека. Надо было просто разбить эту вазу и все. Ночную вазу, блин. Опа. Дверка открылась. Смотрите, что тут у нас? Что тут? Двери? Какая-то хрень. А, и двери закрылись, да? Офигенно. А, я понял. Принцип вот такой вот. Вставляешь, открывается. Блин, как громко гудит, конечно. Такое, как мушки какие-то. Так, а сюда синие, да? В синие, наверное. Я полагаю. А ну-ка. Дверь открылась, отлично. Так. Так, что тут, что тут? Взяли это тоже. Сюда. Блин, блин, блин. Да что такое? Ну, дверь закрыта. А, во, еще вот одна. Есть. Что тут? Хрень. Ручка, ручка, ручка. Это та, которая нам нужна. Теперь что, обратно? О, там какая-то хрень пробежала только что. Что это было? Так, ладно, фигня. Давай, 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 давай. Вот такие вот загадки. Видите, мне кажется, что вот эта вот штука, которая, видите, свет, он все меньше и меньше становится. Ну, то есть фонарик наш. Мне кажется, нас закроет тут нахрен, если мы не успеем. Так, а тут? Давай, давай, давай. Есть, отлично. Все, мы вышли. Так, взяли ручку, отлично. Можно идти откручивать. Довольно прикольная игра с такими загадочками. Такими. И вроде бы простая, да, а интересная. Так, теперь я могу открутить. Теперь веревку я, получается, ослаблю или что? Давайте посмотрим, что же будет. Так, открыли мы дверь. Мы то ли веревку натянули. Что за водичка? Такие звуки странные. Тут надо все осматривать, потому что хрен его знает, что тут может быть. Что? Что? Воу. Что там пролезло? Котях? Что это? Так, о. Bars won't move. Bars. Это решетка, короче, не двигается. И вот смотрите, видите эти веревки, я так понимаю. О боже, что за клоун? Так, о, похоже, он висит на красной веревке. Мы его снять никак, наверное, не сможем, потому что у нас просто нечем, наверное, снимать. Так, что это такое? Какая-то, друзья, схема. Дверь, барс. Она как бы опускается, когда дверь закрывается, да, или что? Я ничего не понял. Ага, подождите. Мы взяли катушку. Может быть, пододвинуть? А ну-ка, давайте попробуем. Так, попробуем. Вот эта дверь, нам надо, чтобы она, видимо, не закрывалась. А ну-ка, подождите, давайте попробуем. Конечно, это тупо, но... Нет, смотрите, не тупо. Сейчас дверь, получается, вниз отойдет, или как она закроется, да, и мы сможем как-то проскользнуть, может быть. Что, видимо, дверь, она сверху, как бы как рычаг. А ну-ка, сейчас попробуем. Ну, опять же, загадка. Если б я в квесты в свое время не играл, я бы эту игру вообще не смог бы пройти. А там такие загадки были, что, друзья, это еще фигня. Потому что если ты будешь в одни экшены играть и квесты не будешь решать, то ты головоломки хер пройдешь. Смотрите, мы открыли этот проход. Отлично. Что у нас тут? Повороты, два поворота. Ёп, я сейчас боюсь, сейчас что-то будет, 100%. Что за... Так, тихо. Что это? Какая-то дырка. Молотком ее долбануть, не? Ой. Так. Блин, я запутался, куда идти? Ой, блядь, что? Что такое? Рычаг, 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 рычаг! Блядь! Вы съедены были монстром, да? Офигеть. Монстр что-то то ли быстрее отреагировал. Это пиздец, честное слово. А куда? Мне, может, убежать надо? Или как? Вот монстр. Бля, 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 бля. Эй! Что тут надо делать? Монстр среагировал быстрее. Я не понимаю, что тут надо делать. Это у него что? Тихо, тихо, тихо.
Тихо, не двигайся, не двигайся. Что у него во рту? No way, не может быть. У него что, во рту мыльные пузырики? Смотрите, я медленно, когда двигаю, вот этот, вот эта штука, которая... Тихо, 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 тихо. Надо быстро, короче, я так понял, этот рычаг открывает справа дверь, надо его резко клацануть и быстро туда запрыгнуть. Или может медленно? Нет, ну нет, ну нет. Тихо, тихо, тихо. Есть! Есть! У нас это получилось. Вот, мы в какой-то комнате теперь, отлично. В какой-то спокойной комнате. Мы только что лазили по подземельям, а тут мы уже в какой-то комнате, в кабинете в каком-то. Что за бред? Как-то странно. Этот кабинет пустой. То есть, ну, не кабинет, это называется как-то. Так, тут пусто. Тут в среднем тоже ящики пусто. И тут пусто. А что вот это вот? Опять какой-то, какая-то что-то типа загадки. Я даже не знаю, что это, какие-то кресты непонятные. Что-то типа того. Ну и все, мы больше тут, в принципе, ничего, да, не сможем. Наверное, надо идти сюда. Так, ну и что, друзья, наверное, мы на этом прервемся. Будет игра, вторая часть, наверное, следующая будет финал, потому что, вроде бы, я не знаю, но эта игра не такая уж короткая, как я думал. Но, друзья, следующая часть будет скоро, и мы сделаем финал, так что, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Bloodlinus, всем пока и удачи.